Всем привет! Я думаю, многие из вас помнят вот этот нож. Огромное спасибо всем, кто порадовался вместе со мной во время его анбоксинга. Но прошло некоторое время, нож этот занял свое достойное место в моей коллекции, но история с ним получила очень неожиданное продолжение. Есть один человек, который заметил, что в этом ноже чего-то не хватает. И вчера я с радостью забрал на почте вот такую вот небольшую посылочку от этого человека. Сейчас, когда я покажу его имя, я думаю, многим станет все понятно. Это Александр Пономаренко. Если у англоязычного ножевого сообщества есть Tough Thumbs, то я с уверенностью могу сказать, что у нашего русскоязычного ножевого сообщества место Tough Thumbs очень уверенно занимает Александр Пономаренко и его ножевое ателье A-Project. Александр связался со мной, мы с ним разговорились по поводу того, что все-таки накладочки на кастомной крысе немножко не соответствуют статусу этого ножа. Я думаю, многие со мной согласятся. Была проведена некоторая работа, некий такой мозговой штурм. И в конце был найден дизайн, который нравился и мне, и Александру, и, ну, по нашему общему мнению, к этому ножу он должен подойти просто отлично. Были учтены все пожелания, и, ну, мне просто не терпится взглянуть на это вживую. Вот такая вот, казалось бы, маленькая посылочка, но какая важная. Ого, Александр положил здесь еще очень приятный бонус. Но вот накладочки, о которых мы думали, которые были разработаны специально для крыски. Накладки сделаны из карбона, имеют вот такую вот текстуру. То есть, ну и так как я всегда люблю, чтобы разные дизайнеры объясняли, почему они сделали на своих ножах так или иначе, естественно, я объясню эти накладки. То есть это не просто какая-то дань красоте, а вот мысль за ними была в том, чтобы придать крысе. В принципе, крыса — это довольно такой мирный нож, но в этом его какая-то определенная такая невзрачность. То есть задача была добавить крыске немножко таких агрессивных черт, но при этом не превращая его в какого-то зомби-киллера. То есть это должна была быть определенная смесь между элегантностью и мощью, скрытой такой мощью. Поэтому и были сделаны вот такие накладки. Вот также я вижу, Александр положил сюда очень приятный бонус в виде вот такой вот красивой бусины, которую нужно будет приладить на темлячок. Ну что ж, первая часть пройдена. Теперь у меня уже чешутся руки поставить эти накладочки на нож и посмотреть, как это все будет выглядеть. Ну что, вы готовы? Ба-бам! Вот она, моя красавица. Посмотрите на эту мега-крысу. Это нечто.
накладки стали просто идеально. Открутил винты, снял пластик, поставил новые накладочки, закрутил винты, все. Просто нереальный вид сейчас у этого ножа. Я не знаю, сможет ли камера вот передать весь тот характер, который он получил. И, ну, это реально что-то, чего этот нож и правда заслуживает. Должен сказать, что всю эту работу Александр сделал абсолютно бесплатно. Просто как такой широкий жест. И поэтому я хочу послать ему огромное уважение и безмерную благодарность. У меня просто нет слов. Ссылку на канал Александра я дам в описании этого видео. Не знаю, я желаю каждому пережить вот такое вот перевоплощение его ножа. Неважно, будет это крыса или что-то другое, но это сумасшедшее ощущение. Все. Еще раз спасибо Александру. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что разделили со мной эту радость. Надеюсь, вам было интересно. Пока. Бай-бай. Немножко... все-таки не могу сдержаться, чтобы немножко не показать это все в макро. Просто супер. Еще дополнительный плюс. Вот, кстати, сейчас, пока крутил нож перед камерой, вспомнил, что... Дополнительный плюс в таком вот общении с мастером, это то, что ты реально можешь надизайнить, ну вот, то, что тебе нравится, то, что тебе близко. В общении с иностранными вот этими вот мастерами, конечно же, мы такой привилегии не имеем. Поэтому нужно уважать людей, которые дают нам возможность такое вытворять и получать такие ощущения. Все, пока, бай-бай.